Сегодня рано утром в полицию Кибастуза обратились родные об оказании содействия в розыске несовершеннолетнего сына, учащегося 9 класса. Сегодня же в поселке Щедерты проходили республиканские учения МЧС. По иронии судьбы, одной из вводных сценариев учений был розыск пропавшего. На практике условность стала реальностью. Полицейские разослали ориентировки во все территориальные подразделения области и близлежащие регионы. Незамедлительно организовали поиски подростка. Были отработаны подвальные и чердачные помещения города, заброшенные строения, колодцы, дачный массив. Информацию о без вести пропавшем опубликовали в местных СМИ и социальных сетях. К поиску привлекли около 300 граждан, сотрудников полиции и ЧС, волонтеров, кинологов, двух разыскных собак. В ходе разыскных мероприятий были задействованы вертолет и беспилотник. К великому сожалению, сегодня утром поступило сообщение, что пропал ребенок 2009 года рождения в городе Кибастуз в районе лесхоза. Нами было принято незамедлительное решение. Все силы, имеющиеся, которые должны были привлекаться для учения, отправились на поиски пропавшего мальчика. Также был привлечен вертолет «КазАвиаСпаса» для выполнения поисково-спасательных работ в зоне поисков данного ребенка. Около 13 часов, благодаря съемкам дрона, несовершеннолетний был найден в районе дачного общества. Причины поступка несовершеннолетнего еще предстоит выяснить. Будьте внимательны к детям, берегите себя и своих близких.